Тон Телегин скоро должен был наступить день рождения сверчка. Скоро должен был наступить день рождения сверчка. Ему очень хотелось, чтобы все пришли на праздник. Все, кроме медведя. Он написал медведю письмо. «Дорогой медведь, я не хочу, чтобы ты приходил ко мне на день рождения. Ты обжора, ты все пачкаешь. Ты наступаешь на ноги, когда танцуешь. Ты даришь ненужные подарки. Ты поешь фальшиво и ужасно громко. Ты говоришь, что все очень здорово. Даже когда сам еще не понял, что все очень здорово. Ты отпихиваешь всех в стороны, чтобы первому пробраться к торту. И если это не медовый торт, начинаешь кричать: почему это не медовый торт? Когда угощения закончились, ты 10 раз спросишь: неужели ничего не осталось? Ты засыпаешь, когда кто-нибудь произносит праздничную речь. Когда все гости расходятся по домам, ты остаешься лежать на полу и храпеть. А когда просыпаешься, начинаешь искать крошки. Ты... Да что там говорить? Приходи. На самом деле... с тобой гораздо веселее. Я буду ужасно рад, если ты придешь. До завтра, сверчок.